конник без лошади все равно, что степь без ветра. Так говорят буряты. Раньше в Бурятии конь был у каждого человека. По древней легенде, однажды кто-то заметил, что ветер, играя густой гривой, превращается в музыку. И тогда люди стали делать из конских волос музыкальные инструменты. Инструмент со струнами из конских волос, чем-то напоминающий виолончель, в Бурятии до сих пор остается одним из самых популярных. Называется он моринхур. Хур – это на бурятском языке инструмент. Морин – это лошадь. Вот голова, лошадиная голова. Моринхур считается священным инструментом. Поэтому в каждой семье, если дома надо держать моринхур, это значит плохих духу испугает и постоянно счастье вызывает, как ритуальный инструмент получается. Ну, это традиционные музыкальные инструменты бурят. Если говорим сухохур, то есть сухо в переводе на русский язык означает мочевой пузырь. На корпус сухохура натягивается мочевой пузырь быка. А яманхур, потому что на корпус натягивается шкура козла. Яман – это козел. Инструменты, они очень давно известны. На них играли буряты с древних времен, кочевники. Под музыку хуров пели песни и рассказывали улигеры. Так называются местные легенды, что-то вроде наших былин о славных богатырях. Самый известный бурятский богатырь – небесный всадник Гесер, который на своем коне спустился на землю и освободил ее от чудовищ. Это местность, ну, от города Улан-Удэ недалеко, местность на реке Селенги. Привязывал коней Гесер, спускался здесь, отдыхал. У нас здесь священные горы. Каждый год у нас буряты молятся здесь. И каждый год приходят. Иван Дабаев – старейший в Бурятии сказитель. Исполнять песни и рассказывать легенды он начал 65 лет назад, когда ему было всего 10. Это памятник Гесере. Гесере – это лук, стрела, эти все инвентарь, его снаряжение Гесере. Иван Лупсанцеренович – один из немногих, кто сегодня знает и исполняет отрывки сказаний о Гесере, который, между прочим, насчитывает 25 тысяч строк. Стоянка Гесере – это месте. Это хур бурятский, инструмент. Он, я раньше, у меня дед делал такие инструменты по материнской линии. Он тоже сказитель был в Лигерсине. Он играл, говорил, это лигири, дедушка. Я от него все это учил. У Лигерсина вообще на первом месте были в деревне. Их приглашали туда далеко, то в эту деревню, то в другую деревню, возили. И телевизор ничего не было, в Лигере слушали по ночам. Всю ночь они слушали. Дедушка Ивана Дабаева мог рассказывать легенды не только всю ночь, но и весь следующий день. Благодаря своей феноменальной памяти он был одним из самых уважаемых сказителей в деревне. Сказитель он, один раз услышит, все забирает в уме. Но я так,
Я же рядом все время слушал. Не один раз. Да если слух есть, и каждый будет играть. Мотив подбирать надо тут. Слух. Но ты не знаешь, он по слуху. Вот так и учишь. Вот. Эти голоса подбираешь. На самом деле не так трудно. Так держать между ногами основной корпус. И смычок надо держать вот, вот так. Не как скрипки, да? По-другому вот так держать. Ага. И раз, два, раз, два, раз, два. Теперь левой рукой лошадиный вот это. А вы знаете, что конем в Бурятии называют шаманский бубен, который используют только в особых обрядах? Удары в бубен похожи на топот копыт. Шаман играет, как будто скачет, и конь-бубен переносит его в иные миры, недоступные обычному человеку. Когда шаман камлает, чередует звук, двойной звук идет. Тудун-тудун-тудун, да, вот как конь скачет, то есть это как получается, как транспорт. С помощью того звука происходит связь с предками, и боги слышат этот звук, и на этот звук они приходят. НМРГ по-бурятски, если по-простому, это накидка. Она символизирует связь земли и неба. На нем 12 таких вот поперечных полосок, они символизируют по восточному календарю 12 животных, 12 месяцев в году. Внутренняя часть НМРГ, она синего цвета, это, то есть это небо. Так как мы поклоняемся именно вечно синему небу, это им очень символично. Каждый атрибут, он по-своему символизирует именно что-то природное. Вечно синее небо, землю, ветер, все в целом. Вначале, когда начинает шаман призывать, шаман начинает бить как бы медленно и тихо. Когда они уже все ближе, приходят, спускаются, спускаются, у шамана ускоряется, вот, удар уже быстрее. Шаманский бубен делают из березы, обтягивают его шкурой козла. Внешне он ничем не отличается от любого другого бубна, и все же инструмент этот необычный. Когда шаман делает его, он всегда проводит специальный обряд. Бубен надо оживить. Для этого нужно чашка с молоком. Молоком его покапали, получается, на бубен. Потом мы бросаем чашку. Если чашка упала верхом, значит, атрибут, получается, оживился. Если не оживился, он упадет наоборот. Ну, так смотрим. Если чашка упала верхом, все, он уже получается не просто как предмет, он лежит, а он уже оживленный, то есть у него есть свой хозяин. После обряда оживления никто, кроме хозяина, не может даже прикасаться к бубну. Или загрязнить его, сломать. Если что-то с ним случится, соответственно, я могу заболеть. Вот это вот есть связь, вот, живой. То есть все, что вот это на бубне, это будет отражаться на мне. Значит, я должен буду привести какой-то ритуал, сделать, очистить бубен свой. Когда шаман делает какой-то обряд, использует свои атрибуты, бубен, ритмичный звук бубна, либо же колокол и дракон, благодаря этому наступает соединение именно нашего мира с миром тонким, с миром божественным. И эти ритмичные звуки, они как бы есть сама гармония, соединение связи с природой, человека, с богами, с духами. В Бурятии основной религией является буддизм.
Он пришел в Забайкалье из Монголии и Тибета еще в 17 веке. Недалеко от столицы Бурятии, Улан-Удэ, находится самый крупный в стране буддийский монастырь – Иволгинский Дацан. Во время хуралов, то есть молебнов, в Дацане можно услышать культовые музыкальные инструменты. Во время хурала сначала такие идут мантры, которые называют имена и божеств. Их приглашают спуститься и присутствовать на хурале. И когда звучат вот эти инструменты, особенно барабан, вот они и спускаются. Буддийский оркестр состоит из ударных, духовых и потрясаемых инструментов. Вот это дамари. Это такой потрясаемый инструмент. Двойной барабанчик его называют. Он из двух корпусов состоит. Вот этот изготовлен из кости, вот эти корпуса, сверху кожа. И здесь специально подвешиваются такие шарики, которые выбивают дробь. И всегда вот украшаются различными такими галстучками, ну, как мы говорим, флажками. Но главным инструментом, как бы, является вот эти два ритуальных предмета, которые обычно держит главенствующий лама. Ваджа – это символ могущества, власти, символ мужской силы, а колокольчик – это символ женственных сил. И вот это инь-янь. Единение, слияние двух противоположностей, когда они вместе, это всегда согласие. Вот это такая труба, называется бишхур. Бишхур бывает очень богато украшен, серебрение, золочение идет и инкрустация различными камнями. Обычно используется лазурит, коралл, бирюза. А вот этот инструмент, большой инструмент, очень длинный, он выдвижной. Ухрабуре называется. Некоторые инструменты могут достигать до 5 метров. Обычно их на стойку ставят, а когда идет, допустим, шествие, один человек держит на плече, а второй играет. Такой звук издает, похожий на рев слона. Вот этот звук уносит как бы в царство верхних божеств, в царство Будды Вечности. Этот инструмент настолько громкий, что слышен на расстоянии 2-3 километров от Дацана. Раньше в Бурятии считалось, что звуки музыкальных духовых инструментов благотворно влияют на животных. Если, например, заболевал конь, его хозяин звал на помощь музыканта, и животное выздоравливало. Так что об эффекте арт-терапии знали еще много веков назад. Это старая легенда. Верблюжонок потерял свою маму. И когда нашли верблюдицу, она отказалась его кормить, и чтобы у нее какие-то материнские чувства, чтобы проснулась, начали игру на лимбе. Есть такая мелодия, исполняя ее, у животного просыпается чувство сострадания, и она допустила к себе маленького сиротку и покормила. Голос лимбы, бурятской флейты, невозможно спутать ни с каким другим, ведь, играя на ней, буряты используют особое цепное циркулярное дыхание. Когда, например, мне нужно будет сыграть очень длинную фразу, и мне, чтобы ее не рвать дыханием, вот мы начинаем использовать это дыхание. Я, выдыхая звук, чувствую, что у меня дыхание есть еще на 50%, я начинаю брать носом одновременно, выдувая ртом, беру носом.
и делаю это так, чтобы не было заметно слушателю. Виктория Ринчинова – известный в Бурятии музыкант и педагог. Она родилась в музыкальной семье. Правда, в детстве мечтала стать адвокатом, а в музыкальную школу пришла совершенно случайно. Мама записывала моего брата в музыкальную школу. Ему было 5 лет, но и я, как старшая сестра, возила его в музыкальную школу, приходила на уроки, полурока я слушала, полурока я спала, и он меня будил и говорил: «Фика, урок закончен, идем домой». Наверное, в течение года я его возила, потом его педагог заметил и говорит: «А что же, говорит, она просто возит, может, тоже будет ходить?» Научиться играть на лимбе было непросто, ведь маленьким детям цепное дыхание не ставят. Поэтому сначала Виктория освоила классическую манеру игры, а потом пошла заниматься к монгольскому музыканту. Получилось так, что она все-таки продолжила династию. Родители мои с Жидинского района. И предки у моих родителей идут от сартулов. Сартулы – это было в свое время плененное Чингисханом племя. Это были ювелиры, чеканщики и музыканты. У нас так принято. Мы поклоняемся духам гор, духам наших предков, которые всегда смотрят за нами. И у каждого рода бурятских семей есть гора, куда они приходят и преподносят подношение духам гор. Каждый год Виктория приходит на гору, которая в народе называется «Лежачий лев». Если присмотреться, то в булыжниках действительно можно разглядеть голову, а в склоне – тело льва. Виктория приходит сюда почтить память своих предков и поиграть. Ведь в горах лимба звучит особенно хорошо. Если я выезжаю на природу, я всегда сравниваю звуки. Вот эта музыка и пошла, наверное, на лимбе от звука ветра. А здесь такие горы и шум ветра подходит лимбе идеально. Мы гастролируем в Америку, и там не только монгольский, бурятский традиционную музыку, а играем тоже экспериментальную музыку, и очень интересно получается это. Wow, great! What a wonderful! Батувшин родился в Монголии. Его папа – заслуженный работник культуры, собирает фольклор, коллекционирует музыкальные инструменты. Мне папа – музыкант, он кларнет. Вот кларнет тогда было очень дорого. И сейчас, по-моему, дорого стоит. И я часто ломал папине кларнет. И папа мне вот купил медный лимба. Медный лимба не ломается. И вот я 7 лет начал играть на лимбе, и до сих пор играю. Батувшин владеет несколькими стилями горлового пения. Пишет музыку и играет на разных инструментах – и духовых, и язычковых. Но, наверное, самый важный для него инструмент – струнный – сухохур. Потому что именно сухохуры своими руками делает его отец. Я даже помню, когда я маленький был, и вместе с ними ездил на гастролях, и у него сломался сухохур. И прямо на глазах он за 2 часа сделал сухохор, новый сухохор, и начал играть. Вот это мне, для меня очень интересно было. Вот этот инструмент, сухохор, он был утерян, он был забыт, в отличие от маринхура.
Вот мы вот буквально вот лет 5 назад решили заняться вот восстановлением. Конечно, мы искали везде по Бурятии. Думали, что найдем в Бурятии здесь у нас, в наших районах дальних. Но этого не случилось. В конце концов, мы нашли инструмент в Монголии, в Улан-Баторе, у одного известного музыканта. Вот, это отец Батушин. Единственный человек в Монголии, который как бы сохранил традиционный, настоящий бурятский музыкальный инструмент. Мочевой пузырь, да, вот, то есть он как бы, он представляет из себя такой мешочек, надрываем немного, немного надрезаем и выворачиваем. Вывернули, начинаем после этого уже натягивать на корпус. Для сухохура берут мочевой пузырь быка старше 3 лет. Если же бычок моложе, то его мочевой пузырь слишком маленький и тонкий, может порваться. Обтянули корпус мочевым пузырем. Потом надо оставить это на сушку. У меня 2-3 будет сушиться. Когда высохнет, должен превратиться в такую твердую пленку такую. В корпус вставляется гриф. Затем вот убираем в сторону и собираем смычок. Для смычка нужен пучок волос длиной 70 сантиметров. Найти лошадей с такой гривой порой бывает сложно, ведь обычно хозяева стригут их. Конечно, мы искали, ездили. Ну, в одной деревне глухой дальней у фермера была лошадь. Но он все-таки разрешил сосыч небольшой такой как бы пучок волос. Именно белого цвета. Белый цвет как бы он считается священным. Ну что, затем проверить, чтобы звук. Необходимо смазать канифолью. Смоляной обычной канифолью. Смазываем. Немного смажем смычок. И проверяем звук. В общем-то, примерно такого плана звук. Ну, звук есть, то есть необходимо, конечно, еще дальше настраивать. Папа до сих пор делает сухохур. Не так легко, я думаю, что это. По крайней мере, я сам не могу ремонтировать сухохур. Вот когда ломается, я езжу в Монголии. Отсюда 650 километров, и он налаживает. Поэтому мне особо неохота ломать этот инструмент. Очень бережно отношусь. Я вот больше 20 лет живу в Бурятии. С детства я слышал бурятскую музыку. Я очень люблю, мне нравится. И с детства я мечтал сюда приехать. И вот так и судьба и сложилась. Очень много людей говорят, что Байкал – это энергетический центр. Я думаю, что так и есть для музыканта. Для меня очень хорошо помогает играть. Батушин часто сравнивает выступление в зрительном зале и игру на природе. И говорит, что на сцене он исполняет соло, а на Байкале всегда звучит хор. Я чувствую себя не только не я один играю, а вместе с Байкалом, природой, птицы поют, шум ветра, шум Байкала. Очень хорошо украшает, и поэтому мне намного легче играть. По верованиям бурятов, мастер, создающий хуры, обладает особым даром. Проходя мимо деревьев, он слышит голос каждого из них и легко определяет, из какого дерева получится самый хороший инструмент. А только коснувшись конской гривы, чувствует, насколько чисто будут звучать струны из этих волос. И поэтому его морин-хур в руках настоящего музыканта всегда поет в унисон с природой.